Я волонтер Ассоциации молодых доноров Украины. Как понятно из названия, мы занимаемся развитием донорства крови. Кровь необходима онкобольным, детям и взрослым, роженицам, новорожденным, пострадавшим в ДТП или пожарах, пациентам, которым нужна операция, гемодиализ, пересадка органов. Для меня все начиналось с помощи онкобольным детям. Их лечение невозможно без донорской крови. Со временем стало ясно, что пока мы стараемся помогать адресно каждому конкретному ребенку, система в корне не меняется. Поэтому мы создали представительство во многих городах Украины и всеукраинскую базу доноров. Теперь мы можем помогать очень многим людям. Мы добровольно помогаем людям. Таких, как мы, называют волонтеры. Присоединяйтесь.